Уважаемые дамы и господа, сейчас на этой сцене выступит двукратная обладательница высокого титула самой красивой женщины Украины в легком весе. Ага, я уточняю. Вот у меня написано здесь, что 2 года подряд она оставалась непобедимой. Посмотрим, удастся ей устоять в этом году чемпионкой. Но мне кажется, для того, чтобы успешно отстоять титул, ей нужно взять пару уроков у самого Виталия Кличко. Он знает, как быть непобедимым много лет. Я думаю, что эта хрупкая девушка, красивая, желанная певица, выходя на сцену, уже сражает на повал всех своих поклонников. Встречайте, Тина Кароль! Бьется быстро мимо доли. Пусть разорваны в клочки все ожидания и нелепые, смешные поп-признания. Пусть не спится и кричит душа от боли. Пусть сердечко бьется мимо доли. Пусть разорваны в клочки все ожидания и нелепые, смешные поп-признания. Ты отпусти сердце его. Заслуженная артистка Украины Тина Кароль.